дорогие учителя, глубоко уважаемые владыка, руководители Ульяновской области. Мы знаем, что сегодняшний день один из самых печальных и скорбных дат в календаре нашей с вами современной России. Ровно 10 лет. Это и много, и очень-очень мало. Назад весь мир потрясла ужасная трагедия, произошедшая в небольшом осетинском городке Беслан, где сотни беззащитных людей стали жертвами беспощадных и бесчеловечных террористов. Среди них были учителя, ученики, родители, бабушки и дедушки учеников, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Вдумайтесь и представьте, хотя бы на секунду, более 300 ни в чем не повинных людей, в том числе около 200 мальчишек и девчонок, очень юных, жестоко были убиты в эти дни.